небе происходило необычайное. Маленькая комета Виэлла, аккуратно появлявшаяся каждые 6 лет, распалась на 2 части. Прошло еще 6 лет. Комета пришла вовремя, но части ее удалились друг от друга. Через 20 лет, в 1872 году, разделившаяся комета Виэлла должна была пройти совсем близко от Земли. С нетерпением ждали астрономы этого момента. Комета не пришла. Но что это? Вместо исчезнувшей кометы в эту ночь необычайно обильно падали звезды. Это был настоящий звездный дождь. Какая же связь между этими явлениями? Какие катастрофы разыгрываются в звездном мире, где все, казалось бы, так незыблемо? Что такое падающие звезды? Мы миновали холодную Луну, загадочный Марс, облачный Юпитер. Вот вся наша стройная Солнечная система. Кроме тяжелых шаров планет, здесь движутся легкие прозрачные кометы. Каждая комета — это огромное облако маленьких твердых песчинок. Но облако не может быть долговечным. Если комета оказывается слишком близко от какой-либо планеты, то тяжелый массивный шар своим притяжением растягивает, рвет легкую комету, и обрывки ее несутся дальше широким разбросанным потоком. В космическом пространстве таких потоков песчинок или метеорных потоков множество. Они рассеиваются со временем, и в бесконечных просторах между небесными телами носятся отдельные твердые частицы. Когда Земля проходит через метеорный поток, нас спасает от песчинок атмосфера, окружающая Землю. Песчинки из межпланетных пространств мчатся в десятки раз быстрее пули. Трение воздух раскаляет их. Темные и холодные, они становятся огненными метеорами и обычно полностью распыляются в атмосфере, не долетев до поверхности Земли. «Звезда упала, человек умер», — говорили в народе. Однако с тех пор, как человек зарисовал все звезды на небе, прошли тысячелетия. Но ни одной новой звезды не появилось за это время, и ни одна не исчезла. Упала не настоящая звезда, а всего лишь крохотная песчинка, величиной с булавочную головку, сгорела на высоте 100 километров. Крупные метеоры, называемые болидами, могут достигнуть поверхности Земли, раскалившись только снаружи, потеряв скорость. Как бы завязнув в атмосфере, они обычно раскалываются в воздухе на части и падают на Землю в виде уже полуостывших осколков. Эти упавшие с неба камни называются метеоритами. Вот он, таинственный черный камень, еще теплый. Какими глазами на него должны были смотреть люди в старину, когда небо считали страной богов и чудес? Мекка, священный город Солнечной Аравии. Фанатически стремятся мусульмане сюда, в храм Кааба. Здесь, по преданию, самим Магометом в дорогую серебряную оправу сделан черный камень, метеорит. Правая рука Господа Бога.
Германия. В 1514 году здесь упал метеорит. Его сочли за дар неба и приковали цепями, чтобы он не улетел обратно. Америка. При раскопках древних могил индейцев находили кусочки метеоритов. Их клали умершим, как пропуск на небо. В 1908 году в глухой сибирской тайге упал огромный метеорит. Лет советский ученый Кулик добрался до места падения этого знаменитого Тунгусского метеорита. Десятки километров бурелома свидетельствовали о его колоссальных размерах. Вес его доходил, по-видимому, до 2000 тонн. Однако обнаружить сам метеорит не удалось и до сих пор. Большие метеориты очень редки, зато мелких выпадает множество, до 10 тонн в сутки. Ничтожная часть их попадает в руки человека. И тогда, после миллионов лет скитаний во мраке и холоде звездных просторов, они находят себе, наконец, приют в витринах музеев. Москва. Метеоритный музей Академии наук. Усилиями советских ученых с помощью населения собраны по лесам и полям нашей Родины эти ценнейшие для науки камни. Они названы по месту их падения и рассортированы по типам. Камни с неба. Трение воздух при полете сгладило их острые углы. Расплавившаяся поверхность застыла, образовав гладкую черную корку. Ученые тщательно исследовали метеориты. Однако они не нашли в них никаких новых химических элементов. Некоторые метеориты состоят из почти чистого железа с интересной кристаллической структурой. Другие представляют собой простые камни, состоящие из кремния, кислорода, серы и других так хорошо знакомых нам элементов. Камни с неба. Осязаемые куски других миров. Им удалось осуществить давнишнюю мечту человечества — пересечь космические пространства. Молчаливые гости из звездных просторов. Они принесли нам истину о родстве Земли и неба. Замечательную истину о единстве материи во всей Вселенной.